Михаил Игнатьев решил проинспектировать муниципалитеты республики. В Новочебоксарске глава Чувашии решил отступить от предложенной программы. Заходил в аптеки, общался с жителями города на остановках и даже ждал автобус на автовокзале. Вечером того же дня состоялся принципиальный разговор, во время которого глава подвел итоги. Михаил Игнатьев отметил, что жители жалуются на недоработку муниципалитета. Плохие дороги, отсутствие детских площадок и парковок, плохую работу скорой помощи, свободную продажу в аптеках фанфуриков. Михаил Игнатьев отметил, что неухоженные деревья, газонные клумбы, неубранный мусор, безобразное состояние мусорных контейнеров не прибавляют горожанам оптимизма. Городские дворы оставляют впечатление запущенной территории, хотя Новочебоксарску выделено 275 миллионов рублей. Отдачи не видно, отметил глава Чувашии. Проблемой для города по-прежнему остается деятельность управляющей компании «Навек». Жители по-прежнему получают двойные квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг от этой управляющей компании. И ТГК-5, заключил Михаил Игнатьев.